показывают поляков, занимаются трускавками, ягоды выращивают. Но что-то вот украинцев не показывают, которые собирают эти трускавки. Как будто она там одна все собирает руками. Вот это ее муж, похоже. Кожичкова. Господарство в Кожичкове. Вам дело показывают фермеров, но только хозяев. А не показывают работников самих. Как будто они там или попрятались где, или чего, заперли их там. Где. My hodowcy mamy wiele obowiązków, z których musimy się wywiązywać.